километра будем ехать. Да, да, да. Можно, можно погрузиться в багажник. Там дверь мы открыли немного, и все, все, сейчас, сейчас. А, все, хорошо. Садись спокойно, не спеши. Куда едете? Едем на Шипов. Сейчас как раз. Там потом говорят, едет пиздец или нет. Мы не знаем, мы через костер попрыгать и, возможно, чуть покурить. Возможно. Да, уложу, да. Клонит уже. Да, я хочу просто глянуть, может там что есть. Ладно, здесь будет сложнее. Здесь слазить немного сложнее, чем там. Отойди чуть-чуть туда. Алин. Все окей. Короче, иди туда дальше вниз. Левый дорога. Звучит как хороший квест. Сколько за это опыта дают?